Добрый вечер, уважаемые господа, коллеги и дорогие друзья. Вот видя в зале так много дорогих мне лиц, я лишний раз убедился в том, что такие личности, какой была Галина Сергеевна, после смерти своей собирают нас всех. Здесь будут разные совершенно артисты, от молодых, самых начинающих, которые только-только входят в искусство танца, до очень известных, уже больших артистов. И поверьте, все они сегодня танцуют с особым волнением, с особым трепетом. Мне кажется, что вот талант Галины Сергеевны Улановой, ее скромность удивительная, ее одухотворенность и свет, который она излучала при жизни, он не погас. И, в общем-то, это благодаря и вам, дорогие артисты. Это, мне кажется, на всех нас с вами лежит эта большая ответственность. Вот не дать угаснуть этой ниточке, которая связывает разные поколения. Наше прошлое, настоящее, которое перебрасывает мостик и в будущее. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.